Привет, друзья! Я Георгий Федоров, и я руководитель Всероссийского общественного движения «Содействие социальной справедливости. Гражданская солидарность». Вот мы сейчас находимся в Москве. Отличная погода, бабье лето, можно сказать, сентябрь месяц. Я хочу вас пригласить. Через год здесь начнется или может начаться политическая революция. Об этом поподробнее. Ни для кого не секрет, что вот не так давно прошли выборы мэра Москвы, где безоговорочно, фактически абсолютное большинство из избирателей проголосовало за Сергея Собянина, мэра города Москвы, за ставленника крупного олигархического капитала. И эти выборы были сконфигурированы таким образом, чтобы ни один из левых кандидатов, из тех кандидатов, которые реально хотели бы бороться за власть, не прошел бы и не был бы зарегистрирован на этих выборах. Но ситуацию можно изменить, потому что через год, ровно в сентябре месяце 2019 года, будут выборы в Московскую городскую думу. И вот как раз в Московскую городскую думу есть возможность победить и фактически опрокинуть вот эту монополию «Единой России» во всей Москве, либо в тех округах, где действительно серьезные оппозиционные настроения и где очень серьезно присутствуют левые силы. Учитывая ошибки оппозиции вообще левых сил, которые были на мэрских выборах и на муниципальных выборах недавно в Москве, я решил, что есть древняя русская пословица «Готовь сани летом», и поэтому я заявляю, что через год в сентябре месяце я пойду на выборы в Московскую городскую думу по округу, который сейчас называется номер 14. В этот округ входят несколько районов, которые будут голосовать на этих выборах. Ростокино, Бутырский, Алексеевский, Останкинский и Марьина Роща входят в тот избирательный округ, которому я буду, в котором я пойду на выборы в Мосгордуму. Я хочу обратиться к читателям Рабкора, к нашим товарищам, друзьям. Пока есть возможность, пока есть силы, давайте сконцентрируемся и попытаемся на следующих выборах действительно сделать ту политическую революцию, о которой мы мечтаем. Мы идем на выборы не для того, чтобы вписаться в политическую систему, нынешнюю конфигурацию власти, потому что Московская городская дума на данный момент является каким-то таким бутафорским придатком тех инициатив Собянина, которые он продвигает, и в принципе как бешеный принтер, либо как тихий принтер все законы штампует и в том числе принимает бюджет. Я считаю, что любой кандидат, который идет на выборы в Мосгордуму, должен ставить вопрос о смене социального курса и вообще о социальных и системных переменах в городе Москве. Сейчас есть еще время подготовиться, и я фактически начал свою избирательную кампанию. Вот здесь внизу есть ссылка на мой сайт, мою персональную страницу. Записывайтесь волонтерами, выходите на контакт, давайте сделаем так, чтобы в Москве мы победили. Уважаемые друзья, есть сейчас действительно серьезный шанс у левых сил заявить о себе и побеждать в Московскую городскую думу, которая будет формировать не только бюджет, но и которая будет формировать и может формировать всю законодательную власть в городе Москве. Если таких кандидатов, как я, будет 45 человек, и если мы возьмем 2/3 голосов будущей Московской городской думы, то тогда Единая Россия рассыпется так, как это произошло в некоторых субъектах Российской Федерации. Как мне кажется, Единая Россия теряет управляемость, все пока идет инерционным путем, и у людей есть действительно серьезнейший запрос на перемены. Присоединяясь к моей кампании, я хочу быть объединенным кандидатом от левых сил на этих выборах, и давайте сделаем Москву лучше, и давайте победим через год. На этом все. Ставьте лайки, распространяйте видео. До свидания.